Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, с вами Краст, и добро пожаловать на канал. Сегодня с вами продолжаем проходить Atomic Heart Узник Лимба. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прошли с вами второе испытание, хоть и не собрали все яблочки и монетки, но я думаю, это не влияет на конкретный сюжет. Поэтому сегодня мы с вами пойдем проходить номер один, то есть какое-то другое испытание. Уже тут, видимо, надо лазить, а не скользить. В общем, посмотрим, разберемся. Угу, здравствуйте. Что за место? Лимбануться можно. Просто выберись отсюда. Найди меня и кольца, ладно? Лимбануться можно, действительно. Ты прости, я просто отвык от всех этих муси-пуси и прочих нежностей. Да? Тогда значит так. Собрался и шурую на выход, понял? Вот да. Ну хорошо. Лимбануться — это смешно. Так, то есть мне надо лазить, теперь паркур у нас, да, будет? Ну, хотя бы не постоянные горки кататься. Так, погнали сюда. Как-то сюда. Ага, по печенькам-то, в принципе, не так просто. Ах ты хитрая жопа, вытолкнула меня. Ладно, попробуем еще раз. Так, надо сюда. Блять, нет, не сюда. А, так можно прыгать. Ну так прыгать-то еще проще. Так. Главное под эти груши не вставать. А, у них таймер. Понял. Все, она открылась. Можно идти дальше. Так. Ну, здесь явно один паркур нас будет ждать. Но, в принципе, это даже на самом деле к лучшему. Ведь просто кататься на одних и тех же горках, это было бы довольно, наверное, странно. Они переносят наши тела в исследовательский блок в кабинете академика Сеченова. Что-то у них идет не так. Ну, видимо, с чем-то они не справляются, раз уже тела переносят. Так... А что, наверх нельзя запрыгнуть, что ли? Да, не, бред. О, другое дело. Так, теперь вопрос, куда? На печенюху? Тело Сеченова там нет? Я же застрелил. Клянусь, я не собирался, но... Технически стрелял ты, но практически это был Харитон Родионович. Угу, то есть мы по факту Сеченова не убивали. Да, так корректнее. Ты, вероятно, уже не видел, но Храс захватил контроль над массивом, ну, человеком желе. Хотя убивать Дмитрия Сергеевича лично было для него роковой ошибкой. Тварь убила его? Технически, нифига, да. Он здоровый. Только мы уже знаем, что все, к чему прикасается массив, становится его частью. Или я еще не говорила? А? Нет, по-моему, ты не говорила. Эй! Так, что-нибудь можем еще купить? Блин, даже условно на холодок нам надо всего 18 монет, да и как бы на калаш. Нужно, короче, две монетки нам с вами найти, чтобы, в принципе, это купить хоть какое-то еще дополнительное оружие. Ну да ладно, я думаю, мы еще разберемся. Вопрос только, куда нам сейчас? Походу сюда. Ага, сохранение. Ну это правильно. Блять, да что? А в смысле? Я думал, там просто пробежать. Да блять! Сука! Вот начались уже первые сложности. Ладно, допустим. А сколько там рыбешек этих летает? Да какого, блять? Может, надо просто пройти, не прыгая, типа? Ну, давай попробуем. Я вообще не понимаю. Походу я нашел для себя непроходимое испытание. Так что, блядь? Так, мы начали так хорошо, а продолжаем как-то плохо. О, не знаю, как получилось, ну ладно. Ага, дорожки опять вернулись нам, хорошо. Чего? Работяги? Вот это вообще неожиданный поворот. Покажи, на что ты способен. Так, работяги, в принципе, вы тут большие. Вас, видимо, не получится так подкидывать, да? Ну да, это было очевидно. Ну давайте, развлекаемся.
Местная потасовка в деревне Пряников. Так, я могу пузырьки пускать? Какая странная способность. А ты чё тут? Тут, блядь. Слезай с кровати. Ах ты, блядь, такая. Вот так и все. Проблема решена. Так. Ага, знакомый сральник. Но выглядит это все, кстати, как какие-то комнаты, дома из обычного мира, только, знаете, переделанные. Но здесь я заметил, я не увидел ни одного, как бы, компьютера с почтой. Может быть, был один какой-нибудь, знаете, в начале игры, наверное, я пропустил. Как бы такое тоже вероятно. Так. Ну, давай. Ага, тут уже... Поскольку теперь мы лезем вверх, твоя память будет возвращаться все быстрее. Ты можешь даже находить ее осколки. Осколки? Интересно. Как их отыскать? Ищи ракушки. Это то же самое, что щебетари. Прислоняешь ее к уху, а там море поет. Ракушки? В общем, не знаю, это твое восприятие мира, не мое. Мне птицы приносили письма с записками из прошлого. Там было много интересного. Школа. А вот, похоже, и первый осколок памяти. Так, похоже, давайте прослушаем. Давай слушать. А в смысле, почему она не проигралась? Так. Чертов единорог, чуть жену не раздавил, зараза. Ах ты ж... Ты что, заснула? Че стоишь как вкопанная? Он же тебя не видит, ты у него под ногой. Я... Не знаю, потерялась на секунду. Что случилось? Твою-то мать! Укрытие! Бегом! Простипом открыть огонь! Отряд избегать прямой видимости! Блесна, что с ним? Без сознания! Держись, родной, держись! Блесна, назад! Тащи его в другую сторону! Робот ищет тебя! Каракуртов на перехват, живо! Интересно. Знаете, я вот что для себя понял. Я надеялся, что голос получается Блесны, его жены, ласковый такой, потому что он вроде бы как находится в лимбо, ну, в своем, так сказать, восприятии. И как бы не похоже, знаете, что там боевые действия, всякая херня происходит, и у, так скажем, боевой женщины такой ласковый голос. Ну, как бы это как немножко для меня странно. Не, может быть, и как бы... Я не шарю, то может это обманчиво какое-то качество. Но по мне это немножко кажется странным, типа, для, так скажем, боевой единицы, военного человека такой голосок. Может быть, я как бы не прав. Но по мне, по крайней мере, это довольно странно. Так, здорово, это чекпоинт, да? Ага. О, блять, веселуха. Блять, понятно. Да какого, сука? Я даже до первой не долетел. А, блять. Так, я понял. Ага. Надо по шифту было нажимать. Хорошо. А из этих ничего не выпадает. В прошлый раз из яблочки выпадали из этих карабулек, сейчас уже ничего не выпадает. Что удивительно и странно на самом деле. Так, хорошо, а дальше куда? Какие странные деревья. Ага, вы хотите, чтобы я наверх теперь лез, да? Ну ладно. Так. Не, ну в принципе уже получается. Угу, понял. Это мне даст пиздюлей. Ага, что, на веревке, что ли? Ну ладно, прикольно. Коллектив еще не запущен. Солдаты пытаются понять, что произошло. Но тело Сеченова, конечно же, не нашли. Уверена, что скоро все будет нормально. Дмитрий Сергеевич не даст этому хразу победить. Только так он его уже поглотил, не? И уж тем более не в лимбо. Мне кажется, Сергеич этот же храз поглотил, по-моему, типа... Как улику. Может, я, конечно, ошибаюсь? Потому что игру проходил по факту в 22-м году.
А, надо ему в голову попасть, что ли? Блять, из меня такой стрелок. Не, мне кажется, что там другой прикол. Почему я подумал, что надо прицепиться? Странная херня. Нет, не прицепляется. А, видимо, где скелет, там нельзя прицепиться. Это имеется в виду, что ты типа сам должен там прицепиться. Вроде типа того имеется смысл, да? Надо развернуться. Ага. И ждать. Где эта хуйня? Давай подкатывай уже. Ага, замечательно. Теперь нам надо как-то вторую выцепить. Вот так. Сейчас еще одна должна быть. Все. Теперь нам куда? А теперь нам надо сюда. Че флексит толчки? Так, здравствуй. Белосеченного поглотил человек. Теперь я могу купить калаш. А у меня же есть, по-моему, калаш. Значит, Дмитрий Сергеевич тоже где-то здесь. Может быть, это улучшение? Не знаю, давай холодок еще купим. Не совсем, но теперь академику будет легче сюда попадать. Он выходил в Лимбо через волны моих маяков. Но теперь ему посредник не нужен. И скоро он обратит на нас свой взор, когда разберется с Хразом. А, то есть Сеченов жив получается, разбил. Что ли? Сейчас вспомнил. Он разговаривал со мной в Лимбо. Мол, ты воин науки. Ванзи говорит свой клинок знаний в висок капиталистической бюрократии. Билиберда какая. Билиберда? Вряд ли. Ты, конечно, тот еще воин науки со своими пирогами. Но у Дмитрия Сергеевича никогда не бывает. А, вообще битарь. Ну, я постараюсь материться. Было бы здорово, Нечаев. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Автопилот, прикрепленный один файл. Не сомневайся. Как ученый, Сеченов сделал для тебя все, что мог. А вот как человек, совершенно не заметил твоего душевного изменения. Волшебника удивили паттерны твоего нового поведения. Но что он мог поделать? Ты был жив и здоров, хоть тебя и заставили забыть обо мне. Знаешь, нейробиологи бьются над этой загадкой уже многие годы. А баланс между разумом и животными инстинктами так и не определен. Но... у нас есть Лимбо! Красочный путеводитель по чертогам разума Сергея Нечаева. Правда, надеяться будем на автопилот. Так, ладно, дальше что? Точно! Технически с тобой произошел случай, известный как дело Финиаса Гейджа. Это было в 1848 году в Вермонте. Гейджу ломом пробило череп насквозь. Он выжил, однако его личность изменилась. Мужчина стал ругаться матом, начал играть в орлянку. Шучу. До случая его знали как порядочного и надежного человека. Но после он стал импульсивным и неуправляемым, сквернословил, был непочтительным. Никого не напоминает? Угу. И надеюсь, что этот автопилот приведет нас еще к одному любопытному обстоятельству. Воин науки? Серьезно? Академик так и сказал? Понимаешь? Я-то для него скорее кинокамера, чем анализатор. Я научилась определять здесь что-то базовое. Но расшифровать этот мир мне не под силу. К тому же меня будто что-то ограничивает. Вот поэтому и нужны бета-коннекторы. Но воин науки еще и в капиталистический висок. В Лимбо все не буквально, но что же Дмитрий Сергеевич имел в виду? Где и когда он тебя в таком качестве увидел? Понятно. Чем больше я читаю вот этих сообщений, тем больше для меня загадок открывается. Ну, я думаю, типы по типу Ванделеева, я думаю, подробно расскажут, что здесь произошло. В принципе, кто знает, тот знает. У него как бы интересный контент. Понятно. Ага. Что за музыка, под которую надо жопой тверкать? Это странно. Блин, опять. Ага, перелетел. Ну ладно, хотя бы залезли. Ёпа-мать, что здесь происходит? Тут какие-то дерущиеся печеньки. Процесс зачистки? Началось веселье. Я-то забыл, зачем мне нужен дробовик уже?
Нравится? Да. По-моему, так это у меня заразный слог, как ебучие пироги у Нечаева. Не, ребятки, что-то это как-то херово. Давайте по старинке. По стариночке как-то лучше идет. Да все вы тут еще? Сколько у вас тут еще осталось-то? Трое. Последний. Все. 20 из 18. Что за херня? А что-то, по-моему, кто-то считать не умеет. Это очень было странно. О, монетка. Так, в телепорт вошли. Куда попали? Где мы? А, на сейве, да? 275. Ну, мне не хватает. Так, ты меня засейвил. Началось. Не, ну вот такие квесты, в принципе, поинтереснее, чем гоночки. Хотя гоночки тоже неплохо, мне кажется. Ну что за музыка? Я прям это... Вот чисто для него. Кстати, я заметил, что музыки в основном, которые здесь играют, кто планирует стримить и зарабатывать там условно что-то, здесь очень много авторских прав на эти песни, потому что они как бы... Ну, с авторками все. Я как бы мог включить режим стримера и оставить стандартные там какие-то мелодии, которые без АП, но я подумал, игра не так будет весело звучать, поэтому как бы насрать на доход, куда интереснее смотреть в оригинале, как это должно быть. Так, здесь ничего нового нет. Так что вот, если хотите как-то канал поддержать, всегда рад доброй монете, так говорится. Но опять же, это на свое желание. Тут силой никого ничего не заставляем. Ага, очередная монетка. Ау, это же химический элемент, по-моему, какой-то, если не ошибаюсь. Так, а куда мне дальше-то идти? Я ничего не понимаю. Я, по-моему, сюда пришел, да? Вон оно что. Это хуйня. Так, Зина страж. А чего Зина сторожит? Чему она страж? Опять загадки, на которые не знаешь ответа. Так, а на крышу нельзя запрыгнуть? Блять, я еще и застрял, да? Охуенно. Блять. О. Блин, слава богу. Я думал, уже все, ничего, его перда. Что-то, короче, хер пойми. Может быть, мы оттуда спрыгнули? Ну, судя по тому, что здесь монетки, мы здесь не были. Значит, наверное, я правильно все-таки иду. Блять, печеньки дурацкие. Так, все вроде собрал, да? Веселуха. Вот такие штуки, это прям вообще что-то. Ну, давай все соберем. Мы жадные. Так. Ой, кит. Ты мне дорогу показываешь, что ли? Так что с Харитоном? Его кошка явно следит за нами. А это его кошка? А, ну да, он же через кошку следил. Правильно сказать, что скорее разум и память Харитона Родионовича все эти годы были в заложниках у Краза. И это еще вопрос, с кем именно общался Дмитрий Сергеевич все эти годы. То есть, стоп, Храз это не Дмитрий Сергеевич все-таки? Я не про это спросил. Чего? Да не один ли хер, Кать? Что Храз, что Сечин, они же просто манипулируют людьми. Ты меня не слушал или я еще не говорила? Нет, Дмитрий Сергеевич спас нас. Это просто новая грань науки, то, почему мы с тобой живы. И себя я чудовищем не считаю. Тебя тоже.
Но вот ту часть мозга, которая тебе заменяет нейрополимер, надо бы уже чем-то наполнить. Вот завелась. Ха. Ладно, согласен. Мало знаю, не все помню. Поговорим, когда вылезу отсюда, идет? Ага, меньше знаешь, крепче спишь, как говорится, Нечаев. Так что я не уверен, что тебе эти знания нужны. Блять, и зачем я вот сюда залез? Тут что-то делать надо? А, может, залезть как-то надо? Хуй пойми, куда, блять? Нихуя не понимаю. Блять, я упал. Я не знаю, может быть, на печеньки эти как-то надо залезть? Не совсем понятно, куда здесь идти на самом деле. Так, ну вот опять эти печеньки залажу, залажу. Залажу, а туда не могу залезть. А, сейчас залез. А до этого не хотел. Странная херня. Не, ну может это нормально, что такое бывает. Так, а дальше куда? А молния как? А, все. Дальше сейф. Не, сейф это хорошо. Это нехорошо. А, магнитные эти штуки. Блин, такое чувство, как будто мы где-то в лаборатории опять квесты проходим. Только это все под галюнами. Хотя, раз нам сказали, что без сознания Сеченов лежит, ой, этот Нечаев, то как бы неудивительно. Скорее всего, реально он просто в башке что-то прыгать делает. Ага, мультики, я заметил, уже заменили. То есть до этого как бы был, ну погоди, сейчас уже нет. Авторские права, что ли, закончились? Или просто? Хотя не, мне кажется, наверное, что-то с этим связано. Хотя одному разрабу известно, в чем может быть дело. Так. Ну, этому человеку явно здесь не очень нравится. Ёпта ж, блять. Это вообще, по-моему, голубь на меня смотрел. Так, здесь есть что-нибудь еще интересное? Может быть, еще один какой-нибудь этот? Щебетарь? Или как он там называется-то? Я уже забыл. Так, тетя Люся, ты опять здесь сидишь. Лети-то, блядь. На крышу, что ли? Нет. А, вон дорожка. Здесь, ладно, хотя бы они, слушайте, яблоки раскидали эти, и... По крайней мере, плюс-минус дорогу понимаешь, куда идти. 275, да нет у меня стука? Голова кружится от такого. Я пуст, что ли? О-о-о. Не, реально от такого голова кружится начинает. А куда? Нет, не долетаю, блять! Да почему? Так, давай. Давай. Сейчас долетает. Блин, иногда бывают такие странные моменты. Вроде все то же самое делаешь, но почему-то иногда не долетаешь. А где-то наоборот долетаешь. Ёпа-мать. Это проверка на жадность или что? А-а-а! Блять! Сука! Понял, понял прикол. Надо еще и запоминать, где они вылазят. Так. Где-то здесь вылазил. А, они чуть-чуть вдавлены, в принципе, видно. О, орешек. Это шоколадный, что ли? А, да, наверное, эти сыр шоколадные орешки. Но я, кстати, не видел. Так, сейф очередной. Ну, замечательно. В принципе, смотрите, 70% пути мы уже с вами прошли. Ты продолжаешь побеждать, но скоро тебе придется встретиться с самым сложным соперником. С самим собой? Или не знаю, с кем, с Хразом каким-нибудь? Или Сеченова тут мы еще встретим? Хер пойми, кто тут будет вообще. А в смысле, блядь? А на кровать не допрыгну, видать. А может на шип налетел, не знаю. Так, в смысле, а чё ты не запрыгиваешь-то? Вот, другой разговор. Давай.
Блин, эти штуки постоянно пытаются меня отсюда. Куда я, блядь? В смысле нахуй? Это что было, блядь? Я зря прыгнул на нее? Меня наебали? Меня подставили? На меня кредит оформили? Что это произошло, блядь? Сука! Нихуя фартануло! А я где? А я куда залез? А мне сюда? А мне не сюда. Мне сюда надо. Вот сюда надо было. Подстава была, понял. Так, я сюда залез, очередная кровать. Слушай, попрыгунья стрекоза, в чем я побеждаю? Просто карабкаюсь уступ за уступом. И что за соперник? Ха, я не слышала это имя уже много лет. Это хороший подход к делу. Просто карабкаться шаг за шагом. Но ты лезешь не физически. Твой разум возвращается в первоначальное состояние. А, то есть воспоминания его загружаются. Детская? Не надо, я был глуп и упрям. Это определенно прослеживается до сих пор. Да не в детское. Я постараюсь открыть проход раньше, чем ты начнешь агукать и просить сиську. Дерзкая. Мне даже нравится. А то родной, родной. С кем придется столкнуться-то? С самим собой, как я и говорила. Ну, в принципе, да. Так, блять. Там как шустро, а здесь медленно. Ёпта, блядь, куда ты провалился-то? Давай, цепляйся. Вот. А то что-то прицепиться все не мог. Как много здесь всяких этих штучек. Яблочек прям как-то до хера сыпят. Будто к чему-то готовят. Еще, кстати, и босса не встретили, даже это странно. Че, долго еще лазит-то, нет? О, я заебись, да? А чё не залазит-то? Блять, а куда? Надо не сюда. Надо-то вот сюда, оказывается. Угу. А дальше, блять, опять лазить. Я только вот, знаете, обрадовался, что нету горок. Но уже лазить на самом деле тоже остопиздил отчасти. Ну, в принципе, почти залезли. Давай, опа. Готово, и полет шмеля давай делаем. Вот так. О, гоночки, поехали. Оп. Как бобзина-то может проникать сюда? Через копию данных Дмитрия Сергеевича. Мозолистое тело. Она же начальник связи. Так она и про атомное сердце знает. Тебе лучше сосредоточиться на том, что ждет впереди. А, кстати, слеза опять появилась. Да в прошлой катке ее не было. А может, я не замечал. Так, ладно, дальше нам куда? Надо в дом какой-нибудь войти? Тут что-нибудь есть интересно? А, еще один щебетарь. Ну, не только с собой, конечно. Как я и говорила, помимо тех существ, с которыми тебе уже приходится сражаться, тут появились и новые персонажи, которые, возможно, ищут тебя. Немного предыстории, ладно? Когда при смерти на операционном столе мое сознание погрузилось в лимбо, Дмитрий Сергеевич понял, что это не только состояние мозга, но и целый новый мир. Он использовал пленных преступников из Болгарии, чтобы зафиксировать мое положение маяками полимерного излучения. Подонок, который подорвал нас, вернее то, что от него осталось, тоже участвовал в экспериментах. Академик не видел, как это выглядело, но чтобы установить маяки, он рвал в клочья их сознание. И кто знает, что могло остаться. Плюс берем в расчет твое подсознание, твои страхи, стыд, чувство вины. Словом, это может быть любая форма. Ясно одно – это последний рубеж, который тебе предстоит преодолеть, прежде чем ты вновь станешь самим собой. Угу, то есть что, злодей дополнения будет тот, кто подорвал их, что ли, или что? Есть подозрение, что Харитон Родионович тоже догадывался о чем-то подобном, когда еще был жив. По сути, он изобрел восход как механическую альтернативу модулю «Искра», который позволяет составу Аргентума оперировать перчаткой. А еще регулирует эмоции солдат во время боя. Но у восхода есть и скрытая функция – инжектор дофамина, которая нужна для поддержания бойца в совсем уж критических ситуациях, переводя его в режим берсерка.
Дмитрий Сергеевич, конечно, был в курсе этого и не хотел устанавливать восход тебе, но иного выхода не оставалось. Когда часть твоего мозга выбила из головы, ты оказался невменяем, и тебе требовался подавитель эмоций, а полимерная искра не приживалась. Не думаю, что на тот момент создания восхода академик задумывался о Лимбо, а вот Харитон Родионович, пусть даже не зная точно, догадывался об этом мире. Иначе Храс не воспользовался бы тобой там, на ВДНХ. Ну, тоже верно. Как я и говорила, здесь каждая точка имеет множество различных продолжений. Понимая, откуда считать, можно чертить розу ветров событий и разобраться, каким путем идти в реальности. Я так себе это представляю. Правда, никаких порталов здесь нет. Прыгать по мультивселенным не получится, но можно подсмотреть и просчитать. А, например, что было бы, если бы ты не пришел к Сеченову на Челомее, а отправился бы запивать свое горе, ну или попал бы в какой-то другой комплекс? Говорят, Менделееве подают отличные напитки. Когда все уляжется, надо будет отдохнуть в гостинице «Легкая» при комплексе. Ну, это уже отсылка на, так скажем, мультивселенную, что... Все-таки он в другую сторону пошел. Но вообще неплохо, на самом деле, разрабы придумали, что два DLC относятся к одной ветке событий прохождения. Другие же два относятся как раз-таки вот в этой вероятности убийства близняшек. То есть, скорее всего, в этом мы разбираемся со своими мозгами, а в DLC 4 мы будем уже искать те самые кольца и как бы решать ситуацию с Хразом, наверное. Единственное, что с первого DLC, куда полетел Нечаев, непонятно. Как бы и Баба Зина за ним там тоже. О, здесь уже, смотрите, маленькие шипы добавили. Господи. Так, это последнее безопасное место. Ага. Скоро вся память резко вернется к тебе. Стыд за то, чего ты не помнишь. Страх перед последствиями. Тебе предстоит справиться с этими эмоциями. Понятно, борьба с эмоциями сейчас начнется. Полезно. Для профилактики. Хоть и не всегда приятно. Взрослые люди с таким сталкиваются. Время от времени. Ты меня как в школу собираешь. Ты выберешься и окажешься на Челомее. Мы сейчас рядом друг с другом. Действую по ситуации. Главное — найти кольца. Ага. Я серьезно, Сереж. Договор? Я, кажется, даже вспомнил, какая ты красивая, когда злишься. Я сейчас ругаться буду. Кать, договор. Последнее только скажу. Прости меня. Там в Болгарии... Блять! Это я должен был вытащить тебя. Живой. А не Кузнецов. И не два трупа. Да, ситуация дерьмо, мужик. Тут не поспоришь. Ну ты где, блять? Да сука! Это оказывается сложнее, чем я думал. Сейчас соединится. Вот так. Дальше на печенька. Вот сюда. Чё? Му? Странная херня, ладно. Хотя тут ничему удивляться даже. Опа. Ёпа мать. Монетка, блять. Монетку, сука. Так. Ага, сейф. Давай, лутбокс. Чё там сегодня выдашь? Что значит крест? Это то, что надо... О, давай сердце вкачаем. Амбал. Здоровье увеличено. Так. Процесс зачистки начинается, да? Угу. Ну что ж, давайте. По стариночке я этой дубиной буду бить. Кто, сука, следующий? Сука, блядь. Как вы меня заебали уже. Ну-ну-ну, сюда, блядь.
Орешек. Ага, мимо. Этих, видимо, надо с дальников бить. Не взрывает сор, наносит. Ну или хуй забить. Сорян, что камера мельтешу, но из-за боя приходится так делать. Все. Ну давай, подходи. Все. Фух. В принципе, все. И опять музычка Сережа. Вернулась. Альфа, прощаю. Чего? Сережа, Альфа, прощаю. О, как флексит, как автолет ждет. Ладно, мужики, я вперед пройду. О, привет! Нам наверх, помнишь? Здорово, помню. Ну, у нас остается еще второе испытание. Последнее будет. Точнее, предпоследнее. А с вами был Краст. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до новых встреч. Всем пока.